Она красавица, она отличница и посещает драматический кружок. И даже волосы ее пшеничные всегда уложены в прическу пирожок. Мальчишки бегали за нею стайками, и я, конечно же, был тоже претендент. И за обедом ей сказал утайкою, что Бубльгуму дам мне вечером презент. Страна советская дарила детство нам, в котором Бубльгумы не было никак. А эту я добыл победой честною, играю Сику на пластинку Дональд Дак. Ее хватило бы на всю палату нам, жевать по очереди дуя пузыри. Но я сживал ее с любимой пополам, плохим предчувствием терзаюсь изнутри. Июльским вечером рубашки клетчатой я самый первый парень в пионерском лагере «Спартак». Танцую вместе с ней под песню «Естеды», и как звезда под глазом светится синяк. Мои товарищи меня не поняли и возле клуба поджидали под ольхой. И на эмоциях не экономили, за публику меня метели всей толпой. И вдруг вошла она, и все опешили, когда зорницею пронзили полумрак. Ее слова: пойдем, оставь их клешину, давай-ка лучше танцевать со мной, медляк. Светится синяк, и как звезда под глазом светится синяк.